Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами дождь льет, но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется. И вот состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Как будут играть гости? Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами дождь льет, но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется. И вот состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Как будут играть гости? Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Константин Генич и Георгий Черданцев. С вами дождь льет, но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется. И вот состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Как будут играть гости? Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Мяча. Первый удар по мячу, и игра началась. Андре Айю. Мехмед Экиджи. Андре Айю. Нужно забивать и выходить вперед! Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности. Хорошо мяч перехватили в атаке. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился.